Всем здорово, ребят. Ну что, я сегодня решил потестить еще один раз новый талант и нестандартно на Ронине. Почему? Потому что Ронин один из тех героев, который уходит в инвиз. Если взять 13-й скилл, 4,5 секунды невидимый из 6. То есть, когда он выходит на поле боя, получается, он пропадает через 6 секунд, точнее через 4,5 он появляется, на пятую, там, пятая, шестая, он опять у нас получается видим. То есть, ну, 4,5, с 4,5 по шестую, там, 1,5 секунды его могут убить. И у нас есть новый талант, который я сейчас прокачаю и потестирую на нем. Почему? Когда? Давайте сразу же максималку качнем. На 10-м. Атаку мы не смотрим, не рассматриваем. Мы рассматриваем именно превращение входящего урона в ХП. И что у нас получается интересного? По идее, как раз после 5-й секунды Ронин появляется и включается уже отхил. Поехали, потестируем. Я не знаю пока, какую эмблему ставить. Я хочу разные тесты поделать. Хочу вариант с выживанием и вариант с огнем, с ожогом. Не с огненкой, а с ожогом. Почему? Потому что он тоже дает неуязвимость. Так, а ну-ка. Ожога мы не делали. Выживание, в принципе, без разницы какого лава, а вот ожог можно достануть максимально. Такс. Значит, у меня по ресурсам как раз хватает. Вот, то есть первый тест мы сделаем 10-10. И максимальный ожог. Мы тестируем такого Ронина для битвы гильдий. То есть на нем уклонение, на нем обряд лечения. Ожог нам дополнительно дает 80% шанс отразить атаку. Ну, в принципе, стандартный Ронин, просто у меня нет эмблем, то я решил затестить такой вариант таланта. Без питомца идем. Сборка вот такая вот, то есть с уклонениями. Этого вполне хватает, если спамить еще юнитами, то в принципе он неплох. Поехали, начнем. Давайте начнем. Интересно посмотреть с кошмарок. Именно с 8-й кошмарки. Интересно посмотреть, каким образом. Вот он ушел в инвиз. Сработает ли блочка? Интересно. Очень даже интересно. Что мы видим, ребят? Спасибо, IGG, наверное, мы скажем. Судя по всему. Все? Это писец. Короче, это, ребята, реально писец полный. Я думаю, я вам даже запилю, наверное, обзор по прохождению подземок. Ну, я не знаю, о чем они думали, когда они вводили этот талант. Но Ронин, по сути, неубиваемый. Однако приплыли, ребята. Вот вам талант, который не интересен был нам. Ну, не интересен в плане дамага, но зато интересен в плане вот этого. Вся 8-я кошмарка будет проходиться просто на ура.
Да, не только кошмарка. Теперь на PvP-локациях наткнешься на такого Ронина, ты ему ничего не сделаешь. IGG в очередной раз все-таки вы красавчики. Вы красавчики еще те. Просто 6. Я в шоке. Смотрите на других героев. Я просто вам покажу. Некоторые герои с уклонениями, да, там тоже топовые. Но здесь суперпад, здесь уклонений много. На Ронине же нету питомца. Это просто писец, ребят. А ему просто пофиг. Ну чё, как вам? Как вам такое? Ну, в общем, будет у вас обзорчик. Наверное, изначально на подземке веселый, потом вам покажу сборку. Такс, ну интересно, поехали на PvP локации, посмотрим, что он может в рейдах. Ну, я думаю, мы в основном, я для этого вам и делаю этот видос, чтобы вы поняли, что это за хрень. Мне интересно, что будет на атаке фортов. Что это за хрень? Я даже выживание не буду сюда ставить. Ну, какой смысл? Просто писец. Вот вам, пожалуйста. Не знаю, что вам на это ответить. Я, честно говоря, в шоке. Вроде обновление классно прошло. Поехали, нападем еще на топов. Мне интересно против топов уже потестировать его. Если он и там тащить будет, то есть, по сути, битва гильдий, опять же, у кого есть Ронин, делает такого Ронина, ставит его в точку. Единственный вариант, что они поменяли там, что будет большинство героев у кого-то, а тот победил. Вот единственный вариант только такой уже. Катит. Ищем топов. Отлично. Что у нас тут? Ворожей, Фоба, Зефир. Может, он сможет наказывать? Я не знаю. По нему урон не проходит. Пиздец. Эджи, вот каким хреном вы думали, когда вы создавали такого героя, такой талант? Вот нельзя было просто потестировать и подумать. Я зашел просто на второй день и сразу же, ну, как бы не на второй день. Первое, я потестировал его на Фрейе, посмотреть на урон. А второе, куда я сразу же подумал, это Ронин. Вот я не знаю, какие у вас там сидят нахрен тестеры, что они там тестируют. Но это просто элементарно, блин. Подумайте о героях, которые уходят в инвиз. Вы даете кулдаун такой, и посмотрите по кулдаунам героев, у кого это совпадает. Все, блин, Ронин, вуаля, больше ничего не надо. Вот, ребят, один герой, вы ни хрена уже не сделаете. Все, это топовый герой на сегодня. Просто ставите либо эмблемой, либо талантом и говорите дас видос. Все, он не сливается, он просто тупо не сливается. Посмотрите, Фоба, Ворожей. Зефир бьет, я сейчас поищу еще. Это топовый чувак, входит в топ-10. Мы просто забежали Ронином без ничего. Что это такое? Вот реально. Ну, может, землеройка, может, здесь хотя бы его убьют, я надеюсь. После этого можно просто ставить и вот крест, ставить крест на битве гильдии уже окончательно, против любых сборок, против всего. Просто вы, ребята, берете без донаты, качаете такой талант, тратите на него ресурсы и забиваете на всех топов. Все. Это просто жесть. Что еще надо? Вот скажите. Ему пофиг все. Абсолютно все пофиг. Кулдаун совпадает. Все. Пиздец. Просто вот чем вы думали?
пофиг землеройка, пофиг ворожей, полностью все, фоба, зефир с водушками, ребят, что еще хотеть? Вот скажите мне, что еще хотеть? Смотрите, я выпущу другого героя. Вот выпускаю этих всех героев. Ну, оккультиста я, наверное, зря выпустил. Ну, пусть сейчас дойдет до них, я думаю, их тоже посливают. Но это все, Ронин не убивается. Смотрите, Зефир улетел, оккультист сейчас тоже нахрен уйдет, а Ронину пофиг. А Ронину просто пофиг, ребят, пофиг. Поэтому влепили, я не знаю, лайки руками-ногами, чтобы побольше людей увидело этот ролик. Делайте репосты, ну я не знаю, это просто эпический получился у нас герой, которого слить невозможно, нереально. Я уже напал на топа, на топовых донатных игроков, у которых хорошие прокачки, вот все, ладушки, все как надо. Что вы видите? Ему пофиг, просто пофиг. Жесть. Это просто, ребят, это просто жесть. Я не знаю, там чуваки, наверное, просто в шоке. Просто, блядь, просто смешно. Землеройка. Новый герой у нас не особо дамагер. Ну, все. Просто, просто игра. Точнее, некоторые локации на этом закончились, ребят. Все, вы их не пройдете. Вы нападете в ЗБ, попадете на такого, не пройдете его. А на атаке фортов, если они поменяли, ладно. Ну, берем атаку фортов, откидываем. Берем лабиринт. Я сомневаюсь, что они там это сделали. Берем ЗБшку, берем битву гильдий. И все, и все локации просто всрались. Просто всрались одним талантом. Спасибо, IGG. Я надеюсь, вы это увидите и вы это поменяете, потому что вот это вот просто пиздец полный. Это просто трэш. Я не знаю, что вы, о чем вы там думаете, когда вы создаете таланты, что вы тестируете, но извините, но это просто такой кал, такой фейл по поводу всех локаций, по поводу всего. Ну просто герои, которые должны убивать его, просто сливать, теперь с ним ни хрена не могут сделать. Все, пишите комменты, ребят, ставьте лайки, делайте репосты, отсылайте этот видос друзьям, чтобы они видели, какой Ронин действительно и какой герой просто неубиваемый, вообще неубиваемый. То есть героя остальных можно убить, но этого героя уже убить нельзя. Спасибо, IGG, вот это вот, ребята, настоящая имба, ни лиса там, ни зефиры, вот это вот самая настоящая просто имба. Все, всем удачи, всем пока.